Викриритам бхавад вириданча вишну срадхян нитам манасринвад атоварна едижа бхактим парам бхагаватим пратилобхья камам ридрогумасу пахинати рена дхира ридрогумасу пахинати ачирена дхира. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told, Шишила, when my eyes don't like to see anything, Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, когда мои глаза не хотят ничего видеть, когда мои уши не хотят ничего слышать, когда мой язык не хочет говорить ничего материального, и тогда это очень хорошее время. В этом случае перед моим Гурудевом у меня будет возможность слушать об этой абсолютной истине. И тогда, по милости Гурупад Падмы, я могу осознать, принять все его учение, иначе нет. Когда мои глаза они не хотят смотреть ни на что материальное, когда моим глазам опротивило все материальное, когда мои уши, они хотят, им надоело слушать все материальные звуки, материальные разговоры, и когда мой язык он не хочет говорить ничего материального, это очень прекрасное состояние, когда я могу прийти к моему Гурудеву, и по милости Гурудева я могу слушать об этой абсолютной истине, и по милости Гурудева тогда и только тогда я могу осознать, принять, полностью переварить то, что он говорит, иначе нет, это опасно. В читании Чайтамрите можно найти. Вот там говорится, на протяжении бесконечного времени те души, обусловленные души, они рождение за рождением, они бесконечное число времени, они путешествуют там и здесь по бесконечным мирам. Но так или иначе, если они смогут прийти к Гуру и Вайшнавам, если какая-то дживатма, она может прийти к чистому преданному, и то, тогда, и только тогда он сможет остановить их непрекращающийся цикл рождения и смерти. Таким образом, они могут прекратить путешествовать по разным мирам. На самом деле, Шрила Прабхупад говорил нечто очень важное, что парашабхава кармани на прасамсад на гархет. Don't try to criticize anybody. Что не пытайтесь критиковать никого, поскольку вы сами материальны. Парашабхава кармани на прасамсад на гархет. Вишва мекатманам пашьяна пракрити пурушена ча. Этот материальный мир, как он проявился? Пракрити, you know, пракрити. Пракрити, вы знаете, и пуруш. В Бхагаватам мы можем найти в третьей песне хорошее сравнение к Пракрити и Пуруша. Их, когда они объединяются, этот материальный мир проявляется, и те татвагьяни, они могут видеть этот материальный мир особым уникальным образом, не так, как я и вы. Они могут чувствовать татву сердцем, или не могут понять, что Кришна, Верховный Господь, Он присутствует везде. Он везде сущ. Вы не можете найти даже пылинку, где нет Кришны. Он присутствует везде, Кришна. И те татвагьяни, они могут видеть этот материальный мир в отношении с этой абсолютной истиной. У них нет материального даршана. И Прабхупада говорил,
Випарьясту досаха. According to your right, согласно вашему you can праву, try. Вы можете пытаться. According to your right, you have some quality. Согласно up to that праву, point, you can try. То есть у вас if you like to break your in limit, вы можете достичь того уровня, иначе это then. Очень опасно, то есть пресекать свой ачика. Respective jivatma, they have their respective quality. Specific according to their previous sanskar. Свои особые качества. If they like to break that, you know, limit, they like to jump, it is prohibited. Krishna said, no, this way you cannot do. Если они хотят перейти этот лимит, то это очень опасно. И что я хочу сказать? Actually, for the last one or two months I am discussing, well, last 15-20 days when not here. И вот последнее время я говорю о том, что for one or two months the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, я говорю об учении Шри Чайтаньи Махапрабху, через understand Руканга Баджан, через которое мы можем понять Рупануга Рагануга Баджан, вы можете понять связь с if you like to violate the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, never you can attain that goal. It's not possible. It's not possible, actually. Поскольку actually, point is вы не будете следовать учению Шри Чайтаньи Махапрабху, вы никогда не достигнете Рагануга Баджана. И сегодня Васанта Рас Кришна. And Баладжи Махарадж, you know already. Баладев, Басанта Рас, why I say? Why? Почему я говорю? Because in Bhagavatam, Рас, поскольку в Бхагаватам and Basanta Raj, after winter season gone, then spring comes, very nice. That time all jivata dancing, their heart very laughing, like one flower in full-fledged form. Счастливые, неподобные, распустившиеся цветком. That's why jivatma feel very have, can have a nice feeling in this season of spring. Balaji Maharaj actually, when Krishna and Balaram already gone to Dwarka, after that some day Balaji Maharaj came Krishna here, ушел, Dwarka, and Baladev, then Balaji Maharaj started Rasa, Madhumadhava spring, 2 months Madhumadhava, actually. Есть, then Balaji Maharaj came вот here Baladev, and started сюда, his, you know, secret lila, лилу, Rasa lila. Rasa lilu. Somebody can object that we hear about Krishna, Rasa lila of Krishna. Мы слышали о Раса Лиле Кришне, но о Расе Баладева мы не слышали, хотя это в Гарбхасамхите и в Бхагаватам описывается. На самом деле, Кришна и Баларам, они не отличны друг от друга. Баладев – это первое проявление Кришны. Но Кришна и Баларам, они практически не отличны друг от друга, хотя Баладев внешне, он не Сева-Виграха, он Сева-Виграха, он слуга, он служит Кришне, но так или иначе, Кришна и Баларам, они не отличны практически, и поэтому Шрила Прабхупада говорит, no other avatar. Никакая другая аватара. They have no right to do ras. They cannot do ras. Права совершать расу. But actually, Balaji Maharaj can Баладев, do because Krishna and Balaram расу, поскольку Кришна и Баларам, они практически не отличны, просто цвет их тела отличается, и также их настроение полностью отличается. Но так или иначе, Баларам, он тоже имеет право принимать служение. Он служит Кришне, и в то же самое время, он севак и севья Виграха, он может быть в таких двух ипостасях. Он служит Кришне в 12 различных способов. First, I told you. Он помогает Кришне в творении. Бриндаван inside, after that Mathura, after that Dwarka, and four square. That Баладжи Махарадж is Мул Санкаршан. Этот Баладжи Махарадж, он Мул Санкаршан, и потом
четырех вилках он распространяется в Васудеву, как это они, этих названий, Васудев, Санкаршан, Дюна и Анирудха. После Дваракя, там Шветадвип, и после этого четыре вьюхи, и потом вторая четырвьюха, и оттуда мы можем найти Махавишну. Yasai kanishyeshita kala mathava lambo jivanti loma vilaja jagadandanatha. This loka I will one more song idra. And from there we are getting all avatars. Though actually, Mulsankarshan, Mahasankarshan, this way from him we are getting all. Мы их всех получаем. But still, actually, Baldavji Maharaj was almost non-different from Krishna. Madhu Madhava, two months, Krishna, Baldavji Maharaj came here in Vrindavan to take information about those Vrajavasis. That time, very secretly, Baldavji Maharaj going to Obegaon. Now people thinking the Obegaon, that is called Rasa Lila Khetra Baldavji Maharaj, Echa Daoji, there. Near Shergar, from Shergar, рядом с Шергаром, одно место во Враджамандале, если оттуда пойти в сторону Ямуны, то там можно найти то место, которое называется Эча-Дауджи, то есть то место, где Баладев совершил расу, то самое место. И даже сегодня, если вы можете пойти туда, можно найти знак его плуга. То есть он взял Ямуну и поменял ее русло. И до сегодняшнего дня можно найти то, что там происходило. И там есть очень древняя Виграха Далджи Махараджа, ее нашли в водах Ямуны. Он явился во сне чистому брахману и сказал, что я нахожусь в воде, ты можешь меня взять оттуда и основать храм в мою честь. И вот впоследствии этот брахман вытащил Баладева из Ямуны, и этот храм до сих пор находится там, те, кто совершает чурасику крош парикраму, с парикраму 84 крош и враджамандала, они могут увидеть этот храм. Он до сегодняшнего дня существует, и сегодня день Васанта Пурнимы. Баладев совершает расу, но будьте осторожны. Баладев, он совершает расу вместе со своими личными спутниками, то есть не с гопи, которые находятся с Кришной. Нет, у него отдельная раса, отдельные его участники расы. А те гопи, они зарождением, они ждут Баладева, чтобы обрести общение с ними, совершить раз лилу, они полностью находятся в другой группе. И вот Баладев совершает раз сегодня, и Кришна раз. Басанта раз this time, and Саудия раз, Дурга Пурнима, Дурга Пуджа, after, you know, after that Сарат Кал, that time you can get Сарат Пурнима, very. Дальше также будет Сарат Пурнима после Дурга Пурнимы. То есть Бхагаватам описывается первое Сарат Пурнима раз. Это впоследствии не будет рос, значит раз. Это что такое раса? Вы думаете, что Кришна танцует, это раса? Нет, это не так. Кришна танцует с гопи, это хорошо, но обмен раса – это есть раса. Много раз в различных местах Кришна совершал расовку вот рядом с Говардханой, около Чандра Сарова, рядом с Ямуной, с Гопешваром, то есть много мест, где Кришна Бхагаван совершал свою раса лилу, но у нас нет права обсуждать об этой секретной расе татвы. У нас нет права, Шрила Прабхупад очень жестко, тяжело говорит. Они дают такой пример. That's why I was bound to speak that. И поэтому that шлука, первую шлоку, которую произнес, там в этой шлоке говорится, что если вы, то есть у всех есть какой-то определенный лимит адхикара, и
То есть мы должны находиться в области своего лимита. То есть наша адхикара согласно нашим прошлых действий, согласно нашему баджану. То есть мы достигли какого-то уровня, и то есть адхикара называется это право, ну, можно сказать, то есть способность. То есть если вы будете следовать согласно своему адхикару, это хорошо. Если произойдете за него, это ни к чему хорошему не приведет. Speak something about, you вот know, what Prabhupada speaking. То, что говорил Шрила Прабхупада, то, что Шри Чайтанья Махапрабху говорил. Я хочу это обсудить. И вначале всего нужно вспомнить, когда Шри Чайтанья Махапрабху совершал Расалилу в Шивасангане, он совершал очень секретно, закрыв двери и совершал расу внутри Шивасангана. Outside people, they have no right to get entry into Rasa Sthali. Посторонние люди, у них не было права войти в это Раса Стхали, чтобы видеть расу, которую совершил Шри Чайтанья Махапрабху. У них не было права. И вы можете вспомнить однажды моя мачеха Шивас Пандита. Она хотела увидеть эту Раса Лилу, и она keeping herself in a bed state. Backside. Chaitanya Mahaprabhu that day doing Rasa Sankirtan. Под кроватью, и Махапрабху совершал санкиртан в этот день со всеми своими спутниками. Paraphernalia is doing Rasa, Sivas, Adaita Prabhu, all Nithan, they are doing Rasa. But Chaitanya Mahaprabhu repeated Gauranga speaking repeatedly. Today I am not getting enjoyment. Why? 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 Сива смотрел везде и увидел, что его мачеха, она ждала там в Сливу подкрывать, чтобы увидеть раз этот раз Расалилу, и Сива взял и выгнал ее, из-за того, что она беспокоит, и если Чайтанья Махапрабху начал совершать Расакиртан. Он почувствовал, что в этом уже стало все хорошо, то есть значение этой лилы каково, что посторонние люди не могут участвовать в Расалиле. Это значит, что посторонние люди, у кого нет права, даже Шукламба Брамачари, он хотел участвовать в Расалиле, но Махапрабху сказал, что если ты с помощью своего аскезы должен пить одно молоко, что ты что думаешь, то есть только одним питьем молока ты сможешь обрести? Нет, те великие асуры, они совершают более суровые аскезы, но они не могут обрести меня. Не думай таким образом. И поэтому все читания Читамрити говорят, что асуры, хотя они совершают аскезы, какой же результат от этих аскез. Even it is written about Hiranyakashipu, no bhutam na bhavishyati, nobody can do in future, nor in past, nobody did, and in future nobody can do. Никто не может повторить такие аскезы, как ты. И таким образом Брахма сказал Хиранякашипу, хотя твои аскезы уникальны, но Господа ты не обретешь с помощью этих аскез, у тебя нет права. Ну и все остальные тоже демоны, которые совершают аскезы, толку от них нету. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, я хочу привести пример, что когда Шри Чайтанья Махапрабху, он уже начал обрести вкус расы, и тогда, когда внутри Гамбхира Мандира, уединенно, с Рай Рамананда и Сарубдамада. Никого не было в этой комнате. И вот Чайтанья Махапрабху плакал и плакал, и Сауруб Гасай он пел. А Рай Рамананда говорил о славе этой лилы, о Радхабаве, о Кришна Вирахабаве. Он
и Махапрабху наслаждался этим. То есть это было внутри Гамхиры, не было никого постороннего. И поэтому в Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, что You must learn Bengali. Вы должны изучать бенгали. Это очень такой сладкий язык. И Кришнадас Кавиратри с вами говорит, что Господь совершал санкиртан вместе со всеми преданными. Но он получал вкус расы только внутри Гамхиры вместе с Рудамадар и Рай Рамананды. Только с ними. Даже когда Шри Чайтанья Махапрабху он принял решение совершать расалилу в Чандрасекар Бхаване, это Чайтанья Матхи сегодня, то там, в Гуралиле, мы можем найти, что Шри Чайтанья Махапрабху он хотел танцевать с Лакшми Бхавой. И в то время Махапрабху сказал, что те, кто не имеют контроля над своими органами чувств, они не имеют права видеть эту лилу. И Адвайта Гасай, и все остальные, все его спутники Шивасманди, они сказали, что у нас нет права присутствовать. И Махапрабху засмеялся, что если вы не можете, нет у вас права, то кто может, кто имеет право? Я благословляю всех, вы не будете чувствовать никакие беспокойства. Я буду танцевать в Лакшми Бхаве, но вы не будете чувствовать ничего плохого. То есть эта лила, она многоцелевая, то есть цель какова? Когда Махапрабху совершает какую-то лилу, за всем этим есть несколько целей. И там Шри Чайтанья Махапрабху хотел доказать это. Tameva vidyam dravinam tameva tameva sarvam manodmama deva deva. This slogan. Chaitanya Mahaprabhu wanted to prove. Эту слоку доказать. You think from heart. Подумайте своим сердцем. Supreme Lord is our mother, Он наш отец, наш мать, наш друг. Все, все можно найти в нем. То есть нет никого, кроме Верховного Господа. Мы уже думаем, что кто-то мы. Отец, кто-то, моя мать, но Махапрабху говорит, «Ахам бижа праде пита» in Gita, в Гите говорится, что Кришна, я отец всех вселенных. Никого нет, кроме меня. Но никто не знает меня в то же самое время, никто не может осознать это. И вот на самом деле, кто отец, кто мать, кто наш друг, какие наши отношения с кем-то, это наша глупость, что мы забыли нашу связь с Верховным Господом и пытаемся установить какие-то отношения с какими-то материальными людьми, хотя у нас есть наша вечная связь с Верховным Господом, это она совершенна, это наверняка у нас есть вечная связь, вечные отношения только с Верховным Господом, но мы хотим забыть эти отношения. И в то же самое время у нас нет никаких отношений, настоящих вечных отношений ни с какими материальными людьми. Например, когда мы умираем, кто пойдет за нами? Никто, ни отец, ни мать, ни сестры, ни братья, ни дети, никто не может последовать за вами. Только Параматма, Верховный Господь, Он может следовать за вами, поскольку, согласно Упанишадам, Верховный Господь, Он всегда, Он ваш единственный друг, единственный друг Дживатма, это Верховный Господь, но вы не знаете, как Дживатма, как Параматма, Он пребывает в сердце каждого. Шрила Прабхупада говорит, что Кхирада Гасайи, Анирудха Вишну, is sitting inside the heart of all jivatma, as Paramatma, как Параматма, but nobody knows. In every heart, в
в каждом сердце Верховный Господь пребывает, никто не может видеть, они слепые, они смотрят снаружи, но внутри не замечают глаза. Опустынная душа, у них нет этой силы, они все смотрят, что происходит снаружи. Но, и поэтому я начал с этого, что когда ваши глаза насытятся, присытятся материальным, то тогда, то есть, когда вы устанете от материального, то есть, тогда вы достигнете той нейтральной точки, с которой вы можете, можете развить способность видеть Параматму Верховного Господа. What does it mean? It is from Ригведа. Это шлока из Ригведы. It is from Ригведа. Это шлока из Ригведы. What is the thing? Значение таково, что те сверхдуши, то есть те чистые дживатма, те, кто самосознавшие себя души, великие души, риши и великие святые, они всегда видят лотосные стопы Верховного Господа без непрерывно их даршана, непрерывно. Не думайте, что утром 5 часов они видели лотосные стопы Кришны, потом занимаются какое-то материальное действие, и потом после обеда опять начали созерцать стопы Господа. Нет, это не так. Прерывно. Любая самосознавшая себя душа, где бы она ни находилась, в Бомбее, в Америке или еще где-то, она всегда созерцает лотосные стопы Джаганатха Шамасундара. Нет, это даже не прекращающиеся. Они никогда, они могут четко видеть. Им не нужно закрывать их глаза. Они могут видеть все. Им не обязательно идти в храм Джаганатха. Они отсюда могут видеть более ясно. Видеть Джаганатха отсюда. Но это видение нужно развить через баджан. Если вы сможете развить это видение, то тогда, и только тогда вы сможете видеть. Поэтому какие-то преданные, они жалуются Шриле Прабхупаде, что внутри храма Джаганатха, почему какие-то эротические картинки, то есть почему в храме Джаганатха какая-то эротика на входе, то есть зачем? Поскольку это храм Джаганатха, Шриле Прабхупад говорит, да, это хорошо, как хорошо. A very good symptom. Why? Почему? Because actually, Jagannath wants to deprive you, cheat you. Anybody coming to see, look, Jagannath, first of all, Jagannath put him or her into testing. Проверяет его, поскольку люди смотрят, какой там большой храм, широкий, высокий, то есть они смотрят эти картинки, и неприличные. И... Но когда такие люди, незрелые люди, они доходят до Джаганатха, они его не видят, они поскольку они заинтересованы какими-то материальными вещами. И таким образом Шрила Прабхупада говорит это. Хорошо. И также после того, как вы получили, они посмотрели на Джаганатха, они назад возвращаются, то есть там есть Ямарадж в форме камня. Пепельного света, и все приходят, наступают на него, и ту силу, которую они получили от даршана Джаганатха, они теряют, поскольку наступают на Ямараджа, ну, который в форме камня там присутствует, и Ямарадж. They can lose the power again. They are same problem. That's why somehow my own people. Ну и так получается, что люди такие же выходят из храма, как они зашли, благо не обретают, и поэтому, то есть майя организует все таким образом, чтобы никто не мог выйти из-под ее влияния. Систи сити полея садхана сакти река чае ваджасу бхимана нивирти дурга. This slope.
This Mayadevi is always watching who is going to do actual Krishna bhajan. Where devotion, 100% devotion to the lotus feet of Sadguru, then Mayadevi cannot disturb him. Безраздельная преданность Садгуру, то есть Майдеви, она не сможет беспокоить нас. Если у вас есть 100% преданность и лотосным стопам Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Кааджа или Шрилы Кеша Махараджа, то есть, и тогда Майдеви, она не сможет беспокоить вас, а если ваша преданность, она такая, на 50%, то Майдеви может беспокоить вас. И вы не сможете получить даже Джаганат, как вы смотрите, Шрила Прабхупад на каждом шаге хочет доказать и показать нам. Вот, эту шлоку. Викридитам значит, это уникальная лила, которая... То есть это какие-то необычные лилы, которые совершал Кришна вместе с Враджа Гопи. Кришна совершал уникальные лилы. Викридитам Враджа Виридитанча Вишну. Sraddhanitam manusrinavad atavarna yadja. With full sraddha. С полной верой. With full sraddha. You know sraddha? Что такое вера? Sraddha, what is the meaning of sraddha? Sraddha, какое значение этого слова? Читание Чайтамрити говорит. Sraddha means 100% belief. 100% вера. Sraddha sabde kahe suddhira vishas. Krishna bhakti kahile sarvakam. Если у нас есть 100% вера, без капли сомнения, что если я буду совершать Кришна Бхаджан, то все остальное исполнится само собой, мне не нужно ходить там и сям и совершать какие-то другие обязанности и прочее. Кришна Бхаджан полностью совершенен, поскольку Кришна — это корень всех бесконечных вселенных. Я много раз говорил вам про эту шлоку. Пранопахарасвиятхандриянам, татейва сарва-арахранам ачутеджа. Нараджи Махарадж speaking, Нараджи Махарадж говорит, suppose one например, big tree is there, есть большое дерево. If you can give если water вы можете поливать корень дерева, if you are giving water in root, если вы поливаете корень дерева, if you are giving water root, then all все ветки, все листья, все цветы, все ветки, они насытятся. Вам не нужно поливать подобно глупцу все цветы, либо плоды, либо ветки. Это глупо. Если вы просто будете поливать корень дерева, все это большое дерево, оно насытится. И таким образом Нарада Махарадж говорит, Пунти датскандо бужо посака прано бхарас ятендриянам татхиво сарва арханано мачутеджа. If you are doing service for Krishna, then everything done. There is no duty left in your life. Никаких обязанностей в этой жизни у вас больше нет, поскольку в Гите говорится, читали ли вы Гиту когда-то, если вы читали, то можете найти вот эту шлоку. All trees there in the material world can find all root. Что в этом мире множество деревьев и их корни. Они идут внутрь земли, в землю. But this, you know, this is called Bhuvanadrum. Это this is also a kind of tree. This material world. То есть этот материальный мир, он тоже подобен дереву. So this tree, its root is just opposite. Но его корень наверху, то есть этот материальный мир, он искажен. То есть если можно обычные деревья, корень он идет вниз к земле, а этот материальный мир наоборот, то есть ветки внизу, корни вверху. So this is also one kind of tree. То есть этот мир, он дерево. Поскольку Кришна, он Ачюта, он корень этого дерева. Ачюта — это тот, кто
никогда не смещается со своего положения. Но обусловленная душа, она сегодня совершает баджан. Завтра утром может попасть в майю, поскольку она очень слаба. Если вы не обретаете полную поддержку Гуру Вайшнава, то есть в любой момент вы можете пасть, нет никакой гарантии. Дживатма, она настолько слаба, что любое время она может упасть. Например, до сегодняшнего дня совершили баджан, завтра с утра майя может что-то организовать, что вы пойдете в майю. Как, например, Аджамил. Аджамил, он был великий брахман. Он был из очень высокой брахманской семьи. Очень высокой. У него была вера в Кришну, Верховного Господа. Он поклонялся Шалаграмам, служил Шалаграмам, предлагал подношения, служил отцу и матери. У него была прекрасная жена. Family, с хорошей семьи, но все же. His power is not up to that point to protect himself. Ну, была не до такой степени, чтобы защитить себя от того, что он увидел. И вот он увидел какую-то проститутку, она за ним. Майя, она схватила ее. Она вошла в его сердце, и в то же самое время он потерял свое терпение, он оставил все свои обязанности, оставил жену, отца, мать, Шалаграмов и прочее. Вот он общался с этой падшей душой, с этой проституткой. Это такая ситуация, которую Майя организовала для него, и поэтому не пытайтесь гордиться, что я там совершаю баджан. Никогда не гордитесь этим, поскольку Шрила Прабхупада в своем киртане Вайшнаваке он говорит: Patishta and Kamini Kanchan, leaving him very safely. He is Vaishnava. Not that he is Vaishnava. He is not going to leave all Kamini Kanchan. Not that way. He is one kind of vanity. А нобody тот, can кого leave оставляет Камини Канчана таким образом? Only very polite mood, very humble mood can pray. То есть можно молиться лотосным стопам Йогамай, Махамай. То есть в этом мире Махамая, в том Йогамая. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур поет в своем киртане. Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане, мы должны изучать их, петь этот киртан и читать объяснение, что Йогамая Тхакур деви. In our heritage, Vaishnava heritage, we are worshipping Yogamaya, our Kuladevata. Everybody worships Yogamaya. Because without Yogamaya, we have no power to get in contact with Krishna. Kuladevata Yogamaya, Murikipapuri, Avaram Sambhari Vishwadiri. There is one, oh mother, there is one screen, not allowing me to see Krishna. Это называется материальный даршан Бхаварог. Это материальная болезнь Бхаварог. И вот Куладеви Йогамая, пожалуйста, будь милостив ко мне. Убери этот покров, чтобы я мог непосредственно видеть и чувствовать Кришну. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур молится такими словами, что ты можешь убрать это покрытие. И оно это не дает мне видеть эту абсолютную истину. И прошу тебя, убери это покрытие. Веда, в агамах и нигамах, везде мы находим твою славу. Кришна раса в Бхагаватам также. Когда Кришна совершает расу, как Йогамая упасрита,
то есть с помощью Йогамая Кришна, он является расалилой с помощью Йогамая. И посмотрите, какова же роль Йогамая, она очень важна. И эта Йогамая в этом материальном мире, она в форме Махамайи Дурги, она всегда пытается нас как-то наказать, препятствовать, поскольку мы не готовы совершать Кришна Баджан. Те, кто осознавшие себя души, они совершают баджан. И они видят лотосные стопы Кришны, они созерцают их везде. Лотосные стопы Кришны, они не смотрят, что есть какая-то женщина или мужчина, они не видят этого. Они видят лотосные стопы Кришны, они не могут видеть ничего другого. Можете проверить их, можете как-то оскорбить, но они не почувствуют, у них нету. Даже если будете оскорблять, они не оскорбятся. If you honor them, still they are not. Если будете выражать им почтение, они тоже не будут привязаны к этому, они находятся в таком балансированном состоянии. И вот на самом деле Шрила Прабхупада хотел сказать. Внутри храма Джаганатха там какая-то. Ну, много всяких пошлых картинок, и это хорошо, поскольку Джаганатх может обмануть неискренних людей, они придут в храм Джаганатха и будут видеть не то, зачем пришли. И вот за всю свою жизнь Шрила Прабхупада никогда не обсуждал Расалилу в открытую. Некие великие возвышенные преданные, как Ван Бон Госвами Махарадж, они подходили к Шрила Прабхупаде и говорили, что у меня есть вдохновение слушать эти сокровенные лила, что делать? Можете ли дать мне должное руководство? И Шрила Прабхупада говорил, можете прийти отдельно ко мне, и могу сказать вам нечто. И тогда, когда Бхагаван Госвами Махарадж пришел к Шриле Прабхупаде, так один Шрила Прабхупада рассказал ему, и можно читать, он сказал ему читать Вилапку Самаджали Сваньям Двадашакам, написано Шрила Бхактисиддханта Тхакур и Рагунат Дас Госвами Саньям Двадашакам. How they every day, every moment they are doing seva. Каждый момент времени они совершают служение в том вечном мире. They are writing this very nice. Sonyam Dadasakam, written by Raghunath Das Gosvami, and also written by Bhaktivinoda Thakur separate. This is separate. Вот Raghunath Das Gosvami, Bhaktivinoda Thakur отдельно также написал эту книгу. Vilap Kusumanjali. There Raghunath Gosvami Raghunath Gosvami, он плачет день и ночь. Whole day and night crying, mad like mad. Он подобен. And always praying. Он молится. Каждый день. Каждый день. Постоянно молится. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Hey Devi, hey Radharani, without you I cannot live. Без тебя я не могу жить, я умру. Just now and then you can find me, find my dead body. Сейчас ты можешь найти мое мертвое тело. Без тебя я не могу больше жить. Прошу тебя, благослови. Он говорит, что я твой. I'm only your. Я твой. Please accept me. Прими меня. Ратиманджари, who? Ратиманджари, кто это? Тавайва means? Тавайва значит это утверждение, подтверждение, что я твой. Тавайва сми, но дживами твоян вина. Without you I cannot live. Без тебя я не могу жить. If you can give attention, можешь дать мне внимание. To my request, then please come and deliver me from the ocean of separation. I cannot take this. I cannot live this. This kind of feeling you should develop. И это чувство вы должны развить. Знаете, и вот Шрила Прабхупада никогда в открытую не обсуждал Расалилу. Иногда он говорил очень некие сокровенные вещи, но когда Шрила Прабхупада говорил об этом, аштасатвика, это сатвика,
они, он, я объясняю его теле. На берегу Радхакунды Шрила Прабхупада начал что-то говорить о Радхаране, и когда он начал говорить, он... То есть Аштасаттвика Викара, то есть 8 божественных изменений, они начали проявляться на его теле. Very high feeling. То есть он это почувствовал, это чувство, и Шрила Прабхупада остановился. This way, actually, таким образом, Sukadev Goswami also, Sukadev Goswami, например, кто-то спорит с Шрилой Прабхупадой, что говорят, что как это нет имени Радхарани в Бхагавате вообще нет. Они спорят, кто-то приходит таким агрессивным настроением, что имени Радхарани в Бхагавате нет вообще. И Шрила Прабхупада очень жестко сказал, почему? Почему? You are foolish, actually. For foolish, для таких глупцов. Шукадев Госвами специально не сказал имени Радхарани Бхагаватам, поскольку если бы Шукадев Госвами произнес имя Радхарани, он Аштасаттвика Викара не явились бы в его теле, он не смог бы продолжать. Поэтому он сдержал себя и не мог произнести имя Радхарани. Но скрыто в этой шлоке, вот этой шлоке Анайя Радхита говорится, что Кришна, он полностью... То есть Анайя... By heart, Krishna is 100% satisfied. Anaya Radhitam Nunam. Radhitam iti Radha. Anaya Radhitam iti Radha. То есть в этой шлоке Radha. You see, this way Sukadev Goswami cannot pronounce the name of Radha. Он не мог произнести имя Радхарани. When she liked to pronounce the name of Radharani, she getting disturbed. She cannot complete the Bhagavad Katha. Если произнесет, он не сможет дальше произнести Бхагаватам. И поэтому Шрила Прабхупада очень гневался, что почему вы не находите имя Радхарани, хотя везде есть указание на то, что Радхарани есть. То есть во всей Расалиле Радхарани это то, что сдерживает Расалила, без Радхарани вся Расалила, она прекратится. Но вы говорите, что Радхарани там нет. Хотя Радхарани ушла из Расалилы, вся Раса прекратилась. Nobody feeling in you. I mean, Krishna also mad. Going here and there to search for Radharani. Он не чувствовал того наслаждения, он отправился на ее поиски. Шрила Прабхупада говорит, что вы глупы. Специально для вас Шрила Госвами не произнес имя Радхарани. Sukadev Goswami less interested to speak the name. Sukadev Goswami, но не хочет. What you can do with the name of Radharani? Even if it's already mentioned there, suppose. What you can do? What benefit you can get? Было бы упомянуто, что что вы будете с этим делать, какое благо получите. What benefit you can get? Suppose Radharani is named there. Например, упомянуто там и что дальше? Вот таким образом еще Прабхупад говорил. So now point is there. Вот сейчас суть в том. Викритам Брджаводи Виридханча Вишну. Before I discuss this point, I can go back to those lilas of Chaitanya Mahaprabhu. How strict Chaitanya Mahaprabhu is? How strict regarding this asatsanga? Относительно асатсанги. One or two examples today I can speak. After onward, I can go on speaking all Krishna lila. Привести the secrecy. And that the precautionary measure you should take to protect yourself from Maya, how you can get entry gradually, one very secretly inside the Lila. This way I can go on. Very secretly. Now you can remember. Сейчас можно вспомнить, что Шичитанья Махапрабху, он всегда наслаждался этой лилой внутри Гамхиры, Сварупа-гасай Райрамандир. И поэтому я сказал вам, когда Махапрабху хотел получить вкус
раса, расы, then, и тогда Сочетание Махапрабху, он вошел в Гамхиру. И когда Сочетание Махапрабху совершил Санкиртан, он вместе со всеми совершал Санкиртан, со всеми сотнями и тысячами преданных, они все танцевали в Санкиртане, поскольку через Санкиртан можно тоже достичь этого состояния. Без Санкиртана у нас нет надежды достичь той платформы, на которой мы можно наслаждаться вкусом Расалилы. Джива Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, они все говорят об этом. И вот сейчас суть в том, мы уже помнить, что Шри Чайтанья Махапрабху не позволял войти в это то место, где совершалась раса в Шивасангане. Шри Чайтанья Махапрабху не позволял никого постороннего. Почему? Поскольку у них нет права видеть Расалилу, у них нет силы, способности. И поэтому, смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху не было там. То есть такая концепция мужчины и женщины. То есть телесная концепция, она очень низкая. И вот Кришна Двапара Юга совершал расу, и тут Кришна Чайтанья в Шивасангане тоже совершает расу. Это не шутки. То есть это раса, то есть там не было никаких женщин даже, то есть были Шива, одни, как сказать, души в мужском теле. И вот Чайтанья Махапрабху, когда он являл свою лилу в Пурушоттам Даме, то можно помнить, был там маленький Харидас, он совершил одну маленькое оскорбление. Какое оскорбление? Поскольку для Шри Чайтанья Махапрабху Бхагаван, некий Бхагаван Дас, он хотел дать просад Шри Чайтанья Махапрабху, и этот Бхагаван Дас отправил этого маленького Харидаса Мадхави Дивидаси, чтобы попросить килограмм риса. И что случилось? После того, как он вернулся, и вот когда все приготовили, начали предлагать, и Шри Чайтанья Махапрабху уже начали принимать просад, и вот он принял, и вот и спросил, этот прекрасный рис, откуда вы взяли? И вот сказали, что вы кого-то отправили, вот тот принес, и кого же отправили, что-то Харидас отправили, да. Шри Чайтанья Махапрабху знает все, поскольку он внутри каждого сердца, и после этого Махапрабху вернулся в Гамхиру и дал наставление Говинде, что с сегодняшнего дня будьте осторожны, не позволяй что-то Харидасу, маленькому Харидасу входить сюда, в Гамхиру. Будь осторожен. Если ты позволишь, ты не сможешь меня, я уйду отсюда. Все услышали об этом и начали возмущаться, как что-то Харидас, он совершает киртан таким прекрасным образом. Почему? О, Господи, что случилось? Нет, я не хочу ничего объяснять. Я просто хочу сказать вам, что Чот Харидас не заходил сюда. То есть для него вход накрыт, закрыт. Моя дверь закрыта для него. After that, everybody requesting Prabhu, what problem? Don't ask me anything. И вот после этого начали спрашивать, что же случилось, но Махапрабху не захотел отвечать. И потом что-то Харидас, он издалека смотрел на Господа, когда он хотел, ходил получать даршан джагнатха, кланяться ему издалека. И в течение года Шри Чайтанья Махапрабху не оказывал ему никакой милости. И через год
Waiting and waiting, everybody giving consolation. Вот все утешали этого чудо Харидаса, что подожди, Махапрабху благословит тебя в какой-то день, может сейчас он разгневался за что-то, потерпи, никто не знает, что случилось. И через год этот маленький Харидас отправился на Трибени, на соединение Ганги Муны Сарасвати в Аллахабаде, и там он прыгнул в это соединение. Ну, утопился в наследии этих трех рек. И однажды на берегу океана Самудра Чайтанья Махапрабху и Сваруп Госвами, Рай Рамананда, они шли и вот они шли с Самудрой, и там внезапно кто-то увидел звук Чотурида, услышали его голос, и кто-то сказал, это голос Чота Харидаса, может он совершил самоубийство и стал этим привидением, и Сваруп Госвами сказал, нет. He cannot become ghost. It's not possible. Невозможно. The whole life is всю жизнь он поклонялся Шри Чайтанья Махапрабху. He going there and you know jumping inside the confluence of river with the determination, firm determination. Самоубийство с четким желанием, с явным желанием достичь лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому он сейчас пришел в таком тонком теле, в тонком теле. Не пупом, а в тонком теле. И он совершает свое служение. И в чем проблема? Чотурида Харидас в Гауди где-то описывается, что когда Чотурида Харидас пошел просить подаяние Мадхавиде Видаси, в то время вдова там была какая-то молодая достаточно. Достаточно молодой, да, и в то время Чотурида Харидас почувствовал воздействие к ней, ничего иного, но просто слегка. И Шри Чайтанья Махапрабху в своем сердце увидел это и наказал его. Я говорил об этом раньше, может, не все помните. Парам парам джиго виш бавасагарасья Сандарсанам, Сандарсанам, Вишайнам, Атхо, Яситананчо, Ха-ханто, Ханто, Виша-бхакханатто, Опи-асадху. If you take poison and commit suicide, someday you can gain the association of sadhu. Как потом обретете общение с саду и когда вы совершаете, приходите в баджан, обещаете совершать Кришна баджан, но ваше сердце не очистилось до конца, то как вы можете обрести милость Шри Чайтанья Махапрабху? И вот говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что те, кто принял решение пересечь этот материальный мир и совершать баджан Верховному Господу, как это я могу позволить им опять прыгнуть в огонь, в майю. И поэтому говорится много раз, я говорил об этом уже. То есть, если мы заняты смотрением на внешние формы, то есть, телесная концепция не должна быть в нас, то есть, мы не должны привлекаться ничем в этом материальном мире, поскольку вы уже приняли решение, то есть, это подобно самоубийству, если вы опять будете привлекаться материальными вещами, вы потеряете свое положение, и поэтому вы не должны привлекаться внешними формами. Те настоящие санты, они не заинтересованы в каких-то внешних формах, они видят Кришну в сердце всех. Они могут видеть Кришну, Он присутствует в сердце каждого.
и ничего кроме этого не могут видеть. И вот согласно этой шлоке, Татришнах Парампадам. И таким образом, сочетание Махапрабху, он дал, наказал Чота Махаридаса. И Джагадананда Пандит, он в своей Брахмаварте, вы читали ее? Нет, не все читали. Я очень извиняюсь, вы не читали Брахмаварту. И там говорится, Джагадананда Пандит говорит, что если вы заинтересованы иметь какие-то отношения с сочетанием Махапрабху, вы должны помнить о наказании, которое дал данным Чота Харидаса, наказание, которое Махапрабху дал Чота Харидаса. На Бенгале говорится, я говорю вам, учите Бенгале, снова и снова, если вы заинтересованы иметь связь, отношения с Верховным Господом, Шри Чайтанья Махапрабху, то будьте осторожны. Вы должны помнить наказание, которое дал вам Шри Чайтанья Махапрабху, Чота Харидаса. Вы не должны забывать этого. Господь очень строг. И вы должны помнить, когда Махапрабху отправился в Южную Индию, был Кала Кришна Дас с ним. Когда Махапрабху отправился в Южную Индию в один день, Баттатари, это такие очень низкие люди, они хотели доказать, но они были пьяницы всякие и прочее, но они хотели доказать всем, что они совершают баджан, отречены и прочее. И вот однажды Махапрабху он проходил по Южной Индии, и эти Баттатари, они пригласили этого Кала Кришнадаса, но его сердце было слабо, и поэтому Кала Кришнадас, он почувствовал притяжение, вожделение к какой-то женщине, они... You can come. На ничего его заколдовали. Наговорили на него каких-то мантр, и этот Кала Кришнадас привлекся ими. А Махапрабху потом пришел к ним, взял его за волосы и вытащил. И вот сейчас как можно сказать, что вот вопрос, как может быть, что он находился с самим Шри Чайтанья Махапрабху, как он привлекся какой-то майи, поскольку вот в этой шлоке говорится, что если есть Кришна, то есть никакой майи не может быть. Но сейчас суть вопрос в том, что Кришна в сердце Кала Кришнадаса или нет. Внешне Махапрабху там находится, но Кала Кришнадаса, он не совершал баджан Кришне. Он не совершал должным образом баджан. Now actually, Jiva Goswami Pad приводит такой аргумент и Вишвана Чакравати также, что подобно тому, как рыбаки, они день и ночь, но иногда живут на Ганге день и ночь, и получают ли они результат омовения в Ганге. Рыбаки могут... Они как бы живут на Ганге вроде, и воду в Ганге пьют, но ловят рыбу там, готовят ее там, но испражняются в Ганге. Но благо омовения в Ганге не получают. И говорится, что если вы идете в Ганге, идете в Гангу, на Гангу у вас качества должны быть какие-то. То есть, если вы совершаете Кришна Баджан, и все остальное приложится. И... One by one I can discuss. First I can go to Chaitanya Mahaprabhu's Lila. Again I can jump here. Again I can go back there to prove. Что, чтобы доказать. So there is written that Sardhan Nitam Anusrinuat.
что Шрада полностью процентно верит, что Кришна, Он Верховный Господь, Кришна, мой Отец, Мать, мой, все. Без Кришны никто, ничто не может быть тут. То есть, если я нахожусь с Кришной, если служу Кришне, я могу обрести все, абсолютно все. Никакого неудовлетворения не может быть в моем сердце. Я должен быть уверен на 100% в этом. Sardhanitam means with 100% belief, this kind of belief. If you have this hope, без капли сомнений, если у вас есть такая вера. To anusrinuad means anusrinuad, значит. Anusrinuad. If you hear this Krishna lila from him, this, то Кришна лила от возвышенного, самосознавшего себя души, Кришна баджан. Suppose this example. Например, пример. Sukadev Goswami. Он описывает Кришна лилу Парикшит Махараджу. И вот и такая великая личность, которая совершает Кришна Баджан. Если вы можете слушать Кришна лилу под руководством, под 100% руководством вашего Гурудева Садгуру, и если у вас есть возможность слушать из лотосных стоп возвышенного преданного, у которого есть чувство Бхагават Раса, подобно Шукадеву Госвами. И вот Шукадеву Госвами говорит Бхагават Катху Парикшит Махараджа. After the second option, и после этого второй вариант, after hearing, после слушания Атхаварнаяджа, after hearing, и после слушания, если у вас, if there is flow inundate, your heart is inundated by rasa. Suppose, например, like Shukadev Goswami, speaking Bhagavad Katha, говорит Бхагавад Катху, Парикшит Махараджа слушает, и после этого Парикшит Махараджа watching, видит, his heart is, you know, overflowing with love. That's why Brihad Bhagavatamrita, you know, described by Parikshit Maharaj in front of Uttara. You know nothing. You know, never taken information. After Bhagavad Katha is over, Shukadev Goswami blessed his father. Tam tu marishye pashubuddhi mimam johi. You can die very shortly. То есть ты умрешь очень скоро, но ты должен забыть об этом, что это умонастроение животного. Ты думаешь, что ты умрешь, ты больше не умрешь. Поскольку ты слышал Бхагаватам, после того, как ты обрел эту расу, кто умрет, никто не умрет после этого. Because jivatma are eternal in nature, you know. All jivatma eternal in nature. There is no question of any death and birth. Still, you have no realization. That's why you are put it in chain-wise. Находимся в этом рождении и смерти. Cyclic order, chain, death and birth this way. Otherwise, there is no scope. Иначе нет, ну, никакой. So after Sukadev Goswami, Parikshit, Sukadev Goswami gone. Возможности. Шат-сишча, very unique шишча. И вот после того, как Шукадев Госвами ушел, Парикшит Махарадж, он сад-сишча, настоящий ученик, он чувствует, что Бхагават Раса, она переполняет его, и что делает, он решил распространить эту расу. So now, и вот таким образом, саддхан-нита анусридмат атхаварна-яджа. Anusrinvad means anugatta. With 100% belief you are hearing from Sadguru. Sadguru means like Parikshit Maharaj. Or after hearing Anusrinvad atavarnayaja. If you are going to describe like Parikshit Maharaj is describing. Parikshit Maharaj обсуждать это. Atavarnayaja. Vikriritam vajavad viridancha vishnu saddhannitam manusrinamad athavarnejya bhaktim param bhagavatim pratilobhyakamam ridrogumasu painat achirena dhira achirena dhira achirena dhira red line
И вот красной такой, красной линией можно подчеркнуть вот эти последние слова. Ачирена дхиро. Там три раза повторяется. Шрила Прабхупада, он сделает особый акцент на этом. Ачирена дхиро, это не для вас. Дхиро значит, есть... Adhir, Dhir means Krishna Bhakto Nishkam Atev Santo. Those who are being actual Krishna Bhakta, Bhajan, they have no desire, that's why they are getting 100% satisfaction in heart. There's no worry. That's why they are attaining 100% желания в их сердце, поэтому они полностью умиротворены, полностью спокойны. Они абсолютно спокойны. Полный божественной любви, и поэтому у них есть право обсуждать и рассказывать, говорить о Асавиле. Я могу показать вам, где Шрила Прабхупад говорит об этом. Но если я буду объяснять неправильным образом, вы просто попадете в майю. Я не должен делать этого, поскольку вы верите мне, как я могу вести вас неправильно. И вот Ачирена дхиро, Шрила Прабхупад объясняет, состоит из двух слов, дхира и адхира. Дхира – те, кто достиг того умиротворенного состояния, в котором можно созерцать только Кришну. Адхира, значит, это наоборот. Они полны майи. Они смотрят на все материальное. Они адхира. Адхира. Нетерпеливые, у которых нет умиротворения. Все они хотят того, пятого, то десятого. И как они могут обрести удовлетворение, если они получат какие-то деньги, то есть от этого не будет никакого удовлетворения. То есть... You can ask for this thing, that thing. You feel this dissatisfaction because you want to get that thing. If I give that thing, still you are getting dissatisfaction. Like I can give one example. One example. You know, I can give one example, one by one example. This, you know, who? Аджамил думал, если я могу обрести общение с этой проституткой, я получу удовлетворение, он думал так. Но что случилось? Он достиг осознания раз, второй, третий, так он опускался все ниже, ниже, ниже. Ашабари 60 тысяч лет совершал аскезы в водах Ямуны, такой очень суровый баджан. Этот риши, он совершил оскорбление лотосным стопам Гарут Бхагаван. И вожделение возникло в его сердце, он увидел двух рыб своих управляющихся, и у него возникло вожделение, и он решил выйти из Ямуны. And request Mandata, King Mandata, can you give one of your daughters to me so that I can start my family life? Ну жениться над дочерью. He's like an old man. Царя, он был стар. There is no hair, but this. Он уже был такой очень стар. Скрючившийся такой, без волос даже, и Кришна, он очень, этот царь, он подумал, что же делать. Кришна такой старый, если откажу, он проклянет меня и сказал, Риши, у меня есть 50 дочерей, и прошу тебя, иди. И можешь выбрать любую.
You can go yourself inside. You can go and take decision whom to, you know, marry. Then that old man, и вот этот риши, он пошел внутрь и посмотрел все, ну и посмотрел, какой-то старик пришел, какой бесполезный, и Шабари риши понял, что никто не женится на нем, и тогда Шабари риши решил, хорошо, но у меня есть йогическая сила, я могу изменить свое тело, и он решил изменить свое тело, и вот он омолодился так. Very handsome man. And now he is entering the palace. Now he is entering the дворец этого царя. Now he is entering the palace of whom? Entering the palace of the Mandata. Then all daughters fighting. He is like me. I can marry. All 50 дочерей решили. They are fighting. Выйти замуж за него, они начали даже спорить друг с другом, кто первый. Well, we 50 и вот, но они уже думали, что делать после этого. Все 50 хотят за одного, а что делать? И Шабари Риши с йогической силой, он явился, да, 50 экспансий, и вышел, и женился сразу на всех 50 дочерях, смотрите, он совершал аскезы, совершал баджан 60 тысяч лет. То есть, когда Махапрабху говорит что-то, не думайте, что это слишком жестко. Парам парам джига миша бхавасагарасья сандарсанам вишенам атхо яшита нанчо хаханто ханто виша бхакханатто опиасаду. Somebody can strike. Why Mahu speaking this way? Возмущаться, почему так жестко говорится? Почему так Господь так жестко говорит? Нет, Махапрабху говорит, например, змея вот рядом с вашей кроватью, можете ли вы сидеть слушать харикатву спокойно? Нет, убежите. И вот Махапрабху такой же пример приводит на время змея. Когда я вижу, ну, например, есть очень знакомый, который занимается фотографией, вот он показывал фотографию змеи, кобра, очень ядовитая, я вот удивился, какая-то. And one day I saw five-headed snake. Змея. Однажды я видел пятиглавую змею. Snake. I have picture. У меня даже фотография есть. A reporter man there taking picture. Ну, кто-то сфотографировал пятиглавую змею. No. I got picture. Then Chaitanya Mahaprabhu giving example. Ну, Чайтанья Махапрабху приводит пример, например, перед вами. So exact picture one snake. You can feel some disturbance there. То есть, если, ну, увидеть такую, you can deny in front of me, ready? There's some. You can be. Ну, you can feel some reaction. Фотографию змеи, то есть, можно даже испугаться этой змеи на фотографии. You can deny. Таким образом, Шичитани Махапрабху говорит, что. You know, understand this point. If you watch one nice lady, if you have no control, if you are not Siddha Mahatma, you can feel disturbance. Like so, what you see? So we watch him do какой-то kissing. Now, does that fixing problem? Now, 60,000 years, bring Bhajan after как Шабари Риши, so, вы, несмотря на свой баджан, вы тоже можете почувствовать вожделение. И поэтому Шичитани Махапрабху говорит, если вы хотите обрести этот нектар, вы должны быть очень осторожны, поскольку с таким несерьезным настроением вы не можете надеяться, что вы обретете Кришну. То есть, с несерьезным настроением, как можно обрести Кришну Лилу. Кришна – это не какой-то материальный герой. И Радхарани – это тоже не какая-то материальная героиня. Вы должны быть искренне, серьезно, иначе потеряете все, будьте очень внимательны. И вот Чайтанья Махапрабху приводит пример, когда змея
ну, даже видим какую-то даже фотографию змеи, да. Можем испугаться, даже из Бхагаватам есть свидетельство, я могу привести его. Bhagavatam is 100% Махапрабху говорит, что Бхагаватам это сверх, above all. Но выше всего. There it is written eight kind of, you know, male and female, like, you know. Восемь видов. You should not see. Those who are brahmachari, отношения мужчины и женщины. Eight kind of pose, picture. То есть, ну, восемь видов этих. Как? You have no right. То есть, suppose one bird with one bird. If you are brahmachari, видов отношений женщины. И если вы брамачари, вы не должны ни один не совершать. И вот сочетание Махапрабху приводит пример. И я другой пример хочу привести. Вы должны помнить, что Прадюмна Мишра, один очень хороший преданный, он личный спутник сочетания Махапрабху, можно так сказать о нем. В Пуршоттам, да. И вот он пришел, Чайтанья Махапрабху, он всегда приходил, но в тот день он опять пришел и сказал, что «Господь, я хочу услышать Харикатху от тебя». Но Махапрабху сказал, что если я хочу, я слушаю Харикатху от Рай Рамананты, ты можешь тоже пойти к нему и слушать. Он океан в Харикатхе. И я тоже слушаю, и вот. By this proposal, he is approaching Rāyaramanda, his village home. Пошли к Рамананде, Рамананде это его. Seven kilometers, six kilometers. I went there. I've been there. В Пури от 7 километров находится от Пури его места. In Puri district. То есть это. Near Alalnath. В районе Пури рядом с Алалнатхом. А? Алалнат? In the way, вот на по дороге к Алалнатху, там это место находится. There actually, when Pradyumna Mishra reaching that spot, then servant was there. До этого места там был слуга, спросил, что пришел. Я пришел встретиться с Раманандой, и он занят сейчас. Подожди какое-то время. Хорошо, я подожду. И вот он ждал. Никто не пришел. И после этого он узнал, чем же занимается. Чем же занят. И вот он смотрит, а он... Он этим... Были эти юные танцовщицы, которые танцевали для Джаганатха, пели Гита Говинду, он учил их. То есть он тренировал их, помогал их, омывал их, одевал их, украшал. И он узнал, как что такое. Но никогда не слышал ее, и ничего не сказав, он ушел к нам, вернулся к Чайтанье Махапрабху, и вот вернулся вечером к Чайтанье Махапрабху, а Махапрабху он присутствует в сердце каждого, и спросил, был ли там, да, был, ну и что, а что случилось, ну занят он был, ну можешь опять пойти, подождать, и слушать Харикатху от него, и... И он сказал, что я слышал, что он был занят этим танцовщицам, юным танцовщицам Джаганатха, он их тренировал, одевал, мыл, украшал, кормил и прочее. А Махапрабху сказал, понятно, поэтому ты неправильно понял его. И Чайтанья Махапрабху сказал, смотри, я саньяси. You think I'm sannyasi? Ты думаешь, что я саньяси? But I have no right. У меня нет права. Я не могу. Only Рамананда имеет этот адхикар, эту способность. Махапрабху говорит все читания Чайтанья Махапрабху. Я саньяси. Апнаде бирокто гори мани. Но I think I'm in я думаю, что нахожусь в отреченном укладе жизни, я саньяси, но я чувствую, даже если слышу имя женщины, я чувствую какое-то возделение, только Рамананда имеет эту способность, его тело, оно полностью трансцендентно. Махапрабху, он разрубил ложную концепцию. Он сказал, что только Рай Рамананда имеет такую способность. Ты можешь никакого
When Radharamananda serving, наслаждение или вожделение, ничего нет. Когда он служит этим девадаси, он думает, что я служу Радхарани, я Сакхи, я Манджари, и он думает о себе, что он Сакхи, что он. И вот Варупа Дамодара и Рамананда никогда не думают о себе как о мужчине, они думают. Как о служанке, о себе, как о служанке Радхарани, и в чем проблема? И таким образом, Рамананда, он, у него была такая способность, и поэтому иди к нему. Don't try to misunderstand him. Не пытайся. I'm sannyasi, you see. I have no power. Попытайся понять его правильно. Я sannyasi, но у меня нет такой способности. What Radharamananda has. У меня нет той способности, которая есть у Рамананды. Поэтому иди к нему и таким образом сочетание Махапрабху дает нам полное представление о том, как понять. Кто находится в Майе, кто находится вне Майи, чье сердце чисто, а чье не очень. И вот однажды вы поймете, что сочетанием, однажды в случае с сочетанием Махапрабху он бежал в Чатакпарват. Он услышал Гита Говинду. И Махапрабху побежал подобно ветру. И Говинда начал кричать: «Прабху, остановись, там Матаджи поет». И Махапрабху остановился. И вот он подобно ветру только что бежал туда. Сейчас, когда он услышал от Говинды, что это Матаджи поет, то он остановился и начал молиться Говинде. О, Говинда, ты спас меня. Ты спас мою жизнь. Я саньяси. Я не знаю, кто там пел эту Гита Говинду. Я хотел обнять этого человека. И по милости Кришны сегодня я мог потерять саньясу. И таким образом вы должны быть очень осторожны. Мы не можем понять. И тот Махапрабху, тот самый Махапрабху, он внутри храма Джаганнатха, он стоял за Гаруда Стамбы. Знаете, там, это колонна, на которой сидит Гаруда. И вот Махапрабху, такое правило не было, он получал даршан Джаганнатха, стоя за колонной Гаруды и смотрел на Джаганнатха. That day, one old lady, одна пожилая женщина, tribal lady, tribal, с деревни какой-то, she cannot watch Jagannath. Она не может Джаганнатха видеть, и вот она как-то схватилась за колонну, она наступила на плечо Махапрабху и смотрела на Джаганнатха. И Сварупа начал кричать на нее, что пошла вон отсюда, зачем на Господа наступила. И Махапрабху сказал: аккуратно, не кричи на нее, пускай смотрит на Джаганнатха. Пускай видит Джаганнатха. Она хочет получить даршан Джаганнатха. У меня не такое чувство, как у нее, пускай она смотрит. Она хочет видеть Джаганнатха с таким чувством, и пускай смотрит, не беспокой ее. Вы понимаете? И вы сейчас должны думать снова и снова, что я хочу сказать, что Махапрабху хочет сказать. И тогда я могу дальше обсуждать о Расалиле и прочее. То есть, если я сейчас буду говорить, то Прабхупад обидится. Sadhyan nitam anusranval atho varnahitcha. Atho? Or, atho, after hearing it, you can describe if it is overflowing. После того, как вы услышали, если это Бхагаватраса, она переполнила ваше сердце, то у вас есть возможность обсуждать ее с преданными. Не перед кем попала, а с настоящими преданными. Шрила Прабхупада говорит, есть дхира и адхира. Дхира – это те, кто достиг этого уровня. Уже в их сердце нет никаких беспокойств. А адхира
те, кто со своим материальным умом, они мечутся туда-сюда. Whereas in Gita, в Гите, when Krishna giving advice to Arjuna, Arjuna try to get control over your mind. Контролирует свой ум, а Арджуна сказал, это практически невозможно. Он подобен ветру. How man can get control of wind blowing? Very strong. Контролировать ветер, который столь быстро. Yes, you are right. Да, ты прав. It is like wind. Ум подобен ветру, сильному ветру. Nobody can get control of strong wind. Контролировать этот ветер. It is like strong wind. But it is possible. Но это возможно. How? Как? How is possible? Как это возможно? Then Krishna speaking. И Кришна сказал. Abhyaseno tu kunti vairagyena cha vihate. If you go on practicing and practicing under the guidance of Sadguru, Super Personality, someday, like Guru Seva and Vaishnava Seva, будешь совершать Гуру Севу, Вашнава Севу, и сегодня или завтра очень быстро сможешь обрести эту способность контролировать свой ум. Но не нужно прыгать вне своего уровня. Как, например, Парикшит Махараш, у меня не было права слушать Расалилу. Парикшит Махараш, он Махабхагава. No doubt, I can understand. It is written there in Bhagavatam. Никаких сомнений в этом Бхагаватам описывается. В четырех местах. То есть по гороскопу, риши-муни, они обсуждали гороскоп Парикшит Махараджа, они видели, что он Махабхагавата, о царь, о Юдхиштхир, смотри, твой сын, он Махабхагавата, и потом в другом месте опять говорили, что он Махабхагавата, в трех или четырех местах говорится о Парикшит, как о Махабхагавате, то есть у него есть признаки Махабхагавата. He feels no disturbance. His heart is peaceful. But still, how you can expect that he can hear Krishna Lila? Подумать, что он может слышать Прахлад Махараджа, или Прахлад Махарадж, он тоже умиротворен, но Прахлад Махарадж, он не слушал Расалилу. Нет такого. Actually, Parikshit Maharaj got this right from Sukadeva Goswami's power to hear Харикатху, слушать Расалилу. And that's why Parikshit Maharaj, он сомневался. Expressing doubt, I can discuss this point in coming days. I can discuss. Probably I can discuss this point. Вот это тоже обсудим. That's why Parikshit Maharaj expressing doubt. Сомневался. Аптокам йодипатихи кртаванова югуситам. He is doing all wrong activities. Что он? Hey, very bad. Huh? Аптокам йодипати. Аптокам мир? Кришна is self-satisfied. Что Кришна, он сам удовлетворен. А почему находим, что Кришна, the wives of other people? Встречается с женами других людей, и что, когда вы сами искал, ты глуп. Go, you actually foolish. Ты глуп, ты. Because Krishna is sitting inside the heart of everybody. Who is their husband? А кто муж? These topics I were discussing. You see, two months ago. Два месяца назад. Когда говорю, хотел доказать. Very secret point. Объяснить Свакию и Паракию, он говорил об этом, что в сердце каждого Кришна присутствует, кто жена, муж Лалита Саки, кто муж Вишати Саки, кто муж Рати Манджари или Рупа Манджари, кто? You see, Gopa. То есть each separate Gopa is there. Their husband false. Какой-то отдельный Гопа нет, это all by Yogamaya. То есть это Йогамая, нет такого мужа. Кришна, он. Кришна is a super personality. Верховная личность. For Krishna, Krishna nothing is wrong. Для него нет ничего неправильного. If you like to do, если вы хотите что-то сделать подобное, then you can, you have to, you know, get punishment for that. Вы будете наказаны. For Krishna, there is no punishment. Для Кришны нет никакого наказания, поскольку он Кришна. Who can give punishment? Кто может наказать Кришну? But infinite Brahmanda, infinite world, Brahmanda, бесконечные миры, только Кришна. Он Адвайгата. Баданти таттатто гьянам, яд гьянам. Баданти таттавид, баданти таттаттавидам, яд гьянам аддаям. Брахмети параматмети, Бхагаван ити саддате.
И вот в этой шлоке говорится, что Кришна, он везде, он один, он верховный, никто не может сравниться ни с чем с ним. Дхира и Адхира, Шрила Прабхупада говорит, как может надеяться, что материальные люди могут слышать Харикатху. Очень скоро я напишу книгу, я на бенгале уже написал. I like to make one Sanskrit college school small. То есть Махараджа много проектов, много служений, а он хочет школу санскритскую открыть. Он уже написал 55 книг, и вот одну книгу хочет на английский перевести скоро. Then you can believe it. И там можно найти много свидетельств того, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакура. Question and answer. То есть там вопросы и ответы. Что Шрила Бхактивинода Тхакура наставлял, какие наставления он давал нам, это сборник его наставлений. In the year of 1918 it was published, after that, after 80 or 100 years, I was bound to publish that thing. Это первый раз было опубликовано в 1918 году, а потом что-то никто не публиковал. Да? Very costly. Anyway, so you see, there you can, I can show you и that what Bhaktivinoda Thakur was speaking. Там я могу показать вам, что говорил Шрила Бхактивинода Тхакур, где и когда Шрила Бхактивинода Тхакур отвечал на все вопросы, которые ему задавали. И вот вы должны ждать и смотреть на свое собственное положение. Вы должны видеть, смотреть себя, смотреть свое сердце, есть ли какие-то посторонние желания, или вы хотите совершать баджан должным образом. So dhira and adhira mean. И вот дхира, дхира значит. Those who are having different kind of desire. Разные желания. Кришна бхакта нискама пеп санто. Кришна бхакта no desire. А у Кришна бхакты нет никаких желаний, поэтому они умиротворены. А те, у кого есть разные желания, их беспокойный ум. They have no stability. Бегают туда и сюда, у них нет стабильности. They have no control over their sense organs. Нет контроля над своими органами чувств. They have no control over their mind. Нет контроля своего ума. Как можно надеяться, что у них есть право слушать его трансцендентной лиле Радха Говинда? Это полностью неправильно. Totally wrong. Полностью неправильно. Totally wrong. They cannot. Они не могут слушать. This way, one by one, I can do from Chaitanya Lila, I can do documents, how Chaitanya Mahaprabhu I mean, want to prove that, man, come on, this way you can slow but steady and win the race. You can get entry into, you know, Raganuga Bhajana. Raganuga Bhajana. This I can give evidence, you see. Now, actually, if you have any question, you can put in front of me. Вопросы какие-то можно спросить. So many documents I like to speak. If you have any question, Vanchakarpadurvasikipasandhubhavajipatitanandpavanambhavishnabhyonam. If you have any question, any doubt, you can speak in front of me. I can break your doubt. I can try to break your doubt. If you have any question, any doubt, if you have. Then you can speak. No doubt. Then I can go now. One question. One question. Who? Mother? Who? Oh, I thought mother. Ah, what question? Can you elaborate with Mo Maharaj about that exactly this kind of Harikatha, high Harikatha, it is spoken by a very pure devotee. Soul. It is the oshad, the medicine for the disease of the heart. It will destroy all the lust. Yes. It actually makes the person unqualified to hear the katha. It's like no, actually, hear me. Mm-hmm. What Prabhupada speaking actually? Не расслышал, actually, но, we cannot. В общем, про харикатху вопрос. It is very general question. We cannot expect that today you are coming and you are hearing Rasalila. Suppose today you are coming from foreign country. Can I speak Rasalila in front of you? See, we understood that for a long time you are doing association purifying yourself. It is understood.
То есть, если вы долгое время общались с преданными, вы совершили баджан, вы очистили свое сердце и пришли. That Krishna bhajan is perfect. Krishna bhajan, смысл всего, что вы должны верить. So Krishna bhajan, он совершенен. You should not run here. По крайней мере, у вас должна быть 100% вера в то, что через Krishna bhajan, через Hari bhajan вы обретете все. Вам не нужно ничего иного. То есть 100% вера. Без капли сомнения. Шрадха значит, это такая... So, if you at least have that kind of... Because, you see, такая вера, твердая вера, как, например, смотрите, ребенок. See or he, the baby, 100% believe... Ребенок, он верит... His or her mother. Ну, что вот моя мать, вот... No way. Верит в свою мать, нет Only, у нее никакого... When mother can take him there, give milk. Что это его мать или не его мать, она просто ребенок Personally heard nothing. То есть никаких Only and only усилий waiting она, the baby waiting when mother не can take him up and give milk. Просто находится под заботой so, матери. И таким But that вы должны... is not purified. That baby is in baby form. When he grow up, then you can find his dirty heart. In baby form, he cannot feel. Follow, you see. If his heart is purified, then how he is going to take birth as baby? Follow my point. So at least you should have belief. Then you go on doing association very shortly. You can cut your bondage or dirty thing. Слышать харикатху и читание Махапрабху. Сейчас таки говорит, что через Шраван Киртан вы можете очистить ваше сердце. Это естественно. And beginning you are coming from America, and first time you are coming to I can start Rasa Lila. How we can expect? It is understood that you are doing, everybody is doing Sadhu Sangha. Luckily, you can get sadhu sangha. То есть саду и саду санга. If your luck is not favorable, саду санга, только по нашей великой удаче можем обрести саду санга. Саду санга, сарвасастекое. Лабаматто саду санга, сарвасиддиое. Мы не сможем обрести саду сангу. Лабаматто саду санга, 1 second divided by 11. Значит, это секунда разделена на 11 частей. That much time is more than sufficient. Более чем достаточно. To attain supreme goal. Саду санга, то вы не сможете обрести саду сангу, а под именем саду санги вы получите асад сангу. That's why Tulsidas ji speaking this way. Говорит. Бину сату санга тарайна кой, рама кипабину сулавана свей. Майтили лайнзе, very nice. Тулсидас. Tulsidas first started Ramayana in Sanskrit, but Shankar Bhagavan, Varanasi, Purapati, Vishwanath, no, you should not write in Sanskrit, you already write Ramayana in Sanskrit when you took birth as Balmiki, now you are Tulsidas, you can write it, you know, very nice Indian language, so there are common uneducated people can get the taste of Ramayana. I can say this one. On Raman Day, I was speaking. Рамнавами, you can hear. На Рамнавами я говорил уже об этом. So you see, actually, it is written that Binu Sata Sanga Tarai Na Koi Ram Kipa Binu Sulabh Nasi. Without the Kipa of Ram. Без милости Рама.
Без сатсанги невозможно пересечь этот материальный океан, но вы должны ждать полной милости Рамы Кришны Читания, чтобы обрести святое общение. Не думайте, что это не шутки, то есть если есть просто какие-то деньги или материальные достоинства, то есть этого мало, тысячи людей. Your godbrother came. He was hearing Harikatha in Vrindavan. Из-за плохого общения вот приехал ваш один гурубрат с Австрии. Он слушал Харикатху. Вот во Вриндаване он говорил, что Махарадж. You know, in foreign country there's lack of good association. Nobody can do great. Мало садусанги. How to get good association? Очень сложно, то есть кто-то, какие-то преданные приезжают, а вы, например, не приезжаете, все хотят вас пригласить, но, к сожалению, не приезжаете и таким образом не думайте, что святое общение так просто обрести. Если ваша удача достаточно, только тогда, что значит святое общение? Кто? Игнорирует собственную братишку. То есть, если я буду вас... То есть, некоторые как бы, под видом саду, они просто вас как-то возвеличивают, чтобы обрести от вас какие-то деньги или еще что-то. То есть, просто ведут себя как попрошайки, которые вам льстят. А настоящий саду, он будет говорить вам так, как нужно, а не так, как, чтобы что-то получить от вас. И вот подобно тому, как Шрила Прабхупада никогда не надеялся что-то получить от вас. Он всегда давал должное руководство. Это очень важно. Не думайте, что если у вас есть деньги, это достаточно для обретения святого общения. Нет. Это вопрос вашей великой удачи. И вот в этой шлоке говорится, что ваши сукрити, если вы накопили огромное количество сукрити за свое прошлое рождение, то есть тогда и в этой жизни вы можете обрести святое общение по милости Господа. И вот вы слышали, что я сказал? И вот Шрила Прабхупад говорит, знает, что Харикатха значит это очищение вашего сердца, но Харикатха значит, если слушаете Харикатху с полным самопреданием, то есть тогда сердце может очиститься, если слушаете Харикатху, и у вас недостаточно самопредания, то ваше сердце не сможет очиститься, поскольку вы не верите мне. Четадарпана Марджан значит, что мы с полным самопреданием должны слушать Харикатху чистого преданного, и тогда, и только тогда ваше сердце сможет очиститься, иначе это осквернение, оно только возрастет. В Падмапуране говорится. Авайшнава мухатгирам Харикатхамритам Саванам наива картабью, сарпачишта джатапайо. In Padmapurana is written, if you go and hear Harikatha from a dirty man, he can speak Bhagavatam very nicely. The heart is full of trauma. Whenever you hear, you can carry some dirty man. I can explain this point next class. Более подробно рассказать.